Почему ты так говоришь, Альдо? Мы все прекрасно знаем, почему. Альдо, Том нездоров. Ты понимаешь? Я ему сочувствую от всего сердца. Морена просто стерва. Хватит о ней. Давайте вызовем скорую. Перестань, мне не так уж плохо. Мелина права. Лучше предупредить, чем потом лечить. Хорошо, вызывайте вашу скорую. Ужин готов. Можете садиться за стол. Ты думаешь, нам сейчас до ужина? Спасибо, Жасмин. Если бы не ты, я бы умер с голоду. Огонек, вы не будете это есть. Жасмин, отрежь ему кусок окорока. Ему нужна горячая пища. Но это для сеньоров. Они не будут ужинать. Вы еще не знаете, что случилось? Том Салабери потерял сознание. Ему плохо? Нет, нет, ему уже хорошо. Но есть еще одна новость. Настоящая бомба. Атомная бомба. Рассказывай. Ягу на свободе. Ягу? Слава Богу. Я знала, что его признают невиновным. Этот парень просто чудо. Он доказал, что бедняки тоже могут добиться справедливости. Мне кажется, что вы меня не поняли. Ягу сбежал. Прямо из больницы, как в кино. Ягу в бегах? Любимый, вернись в больницу, прошу тебя. Мы поженились. Я попросил тебя об этом. И ты сказала да. И мы стояли перед алтарем. А вокруг наши друзья. И сам Господь благословил наш союз. Навсегда. Если бы все было по-другому. Все так, как есть. Нам надо уехать. Что? Уехать. Куда? Куда угодно. Подальше отсюда. Главное, от Альдо Сиренио. А при чем тут Альдо? Это он заставил меня пройти через ад. Он расставил мне ловушку. Я это знаю, знаю. Любимый, прошу тебя. Сейчас не время говорить об этом. Надо подумать, куда нам отправиться. Здесь полиция может появиться в любой момент. Да? Любовь моя. Что? Если до прихода полиции осталась бы одна минута, я бы все равно хотел только одного. Любить тебя. Любовь моя, будь моей. Будь моей. Любовь моя, как хорошо, что ты рядом. Неудачники, вот вы кто. Вы снова позволили Яго Вальдесу сбежать, и он готов к новым преступлениям. Не надо так драматизировать, сеньор Сиренио. Я не драматизирую, вы просто идиот, Фрага. Вы еще не поняли, что происходит? Не кричите на меня, Яго Вальдес опасен для общества. Не кричите на меня, проявляйте уважение, иначе окажетесь в комиссариате. Мне только это и осталось. Невиновных, как всегда, сажают, а бандиты гуляют на свободе. Яго Вальдес ранен, ему срочно нужен врач. Рано или поздно мы его достанем. Не волнуйтесь. По мановению волшебной палочки. Хотел бы я это увидеть. А теперь я иду спать. Завтра утром я надеюсь прочесть в газетах о том, что Яго Вальдес арестован. Мы сажаем в тюрьму убийц. Преступление всегда наказуемо. Сеньор Сиренио, запомните это.
Я не понимаю, что вы хотите мне сказать. Ничего. Приятных сновидений. Этого не может быть. Луиса обычно все знает, а про Яга ничего. Просто не верится, огонек. Думаешь, ей все-таки что-то известно? Я так разволновалась, когда узнала, что Яга на свободе. Мне хочется быть с ним рядом. Понимаете? Жасмин, успокойся. Ты влюблена в Ягу? Нет, нет. Если не хочешь, не отвечай. Нет, огонек, дело не в этом. Я вам доверяю. А вы никому не скажете? Ну что ты? Я невеста Ягу. Вернее, я ею была в Миссионис. Но теперь я его найду и отвезу обратно. Мы поженимся, и у нас будут дети. Только бы полиция его не нашла. Его ведь могут ранить. Знаешь, теперь я думаю, что Яго правильно сделал, что сбежал. Тюрьма для него опасное место. Там его пытались убить. Но меня беспокоит то, что он совсем один. Жасмин, послушай. Вы видели? Я собиралась отнести поднос с ужином сеньоре Хосефине. Да. Вы не можете представить, что случилось. Что? Что случилось? Я уже решила, что обо мне забыли. Как хорошо пахнет. Лучше, чем в доме престарелых. Ты что-то задержалась там внизу. Остальные, наверное, уже закончили с ужином. Почему вы не стали ужинать с нами? Мелина? Кто вам позволил приносить мне еду? Мерседес? Не надо. Пожалуйста, успокойтесь. Мерседес сейчас нет, а остальные ужинать не будут. Кое-что случилось. Я хочу вам рассказать. Я не стану есть то, что вы принесли. Сеньора, не надо этого недоверия, пожалуйста. Вы слишком плохо обо мне думаете. Что там происходит? Тому стало плохо, и Мерседес уехала с ним на скорой, но это... Это не все. А что еще? Яго сбежал из больницы. Что? Он в бегах. Извините, но я и для себя прихватила тарелку. Давайте поужинаем и поговорим. Если вы хотите мне что-то сказать, пожалуйста, но ужинать с вами я не стану. Хорошо, но это очень важно. И касается Ягу. А что с ним? Ты должна припомнить, Луиса. Я больше ничего не знаю. Огонек, скажи ей. Успокойся, Жасмин, успокойся. Жасмин, Огонек прав, ты должна забыть о Ягу. Ты прекрасно знаешь, что это невозможно. Я тебе не все сказала, Жасмин. Но так договаривай, я слушаю. Одновременно с Яго исчезла и Морена. Нет, ты прямо говори, что тебе известно. Морену пытались разыскать, чтобы взять у нее телефон доктора Тома, но дома ее нет. По сотовому ее найти не могли и вообще не нашли. Совершенно ясно, что в данный момент Яго и Морена вместе. И тебе пора все понять. Это неправда, неправда. А ты подумай головой. Жасмин, Жасмин, потише. Что здесь происходит? Ничего, я здесь ужинал и... Приготовить вам что-нибудь, сеньор? Нет. Я думал, что ты понесла ужин маме. Ведь Мерседес уехала с Томом. Я собиралась, но у меня отобрали поднос. Кто? Ты поедешь со мной? Куда? Далеко. Очень далеко. Знаешь, куда мне хочется? В Миссионес. Там мы сможем укрыться. И прожить хоть всю жизнь. Нас не найдут. У нас будет много детей. Давай уедем. Уедем. Пожалуйста.
подальше от этого города. Прошу тебя. Прошу тебя, давай уедем. Подожди. Для начала мы должны выбраться отсюда. Да. Да? Здесь ты в опасности, любимый. Давай уедем далеко. В этом городе нам нельзя оставаться.